буду отбирать лучшие фильмы, и еще чтобы они были абсолютно свежие. Да, кинофестиваля 32-го, государственная премия, и для фестиваля «Слава и честь России». И многие участники поддержали, и Никита Михалков, и многие другие. Тоже будьте любезны, вот ваши впечатления, как проходит фестиваль. И поддержите, пожалуйста, тоже добрые слова для наших руководителей. Есть ли очень интересное предложение, что желательно было бы еще дополнить несколькими кинокартинами. Вот мы хотим вам сказать, что мы тоже внесли, значит, свои картины на эту конкурсную программу, и уже Никите Сергеевичу предложили вручить высшие награды за наш фильм Медведевым, Путиным и Михалкову. Вот скажите... Господин Калёва, поздравьте, пожалуйста, Медведева, Путина с праздником. Праздником. Пожелайте. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. И второй президент Медведева праздник. Тоже. Спасибо большое, господин Калёва. Восхищаемся. Спасибо. Очень важно, чтобы было четко, в слете находится мировая кинематография. Вы сказали очень интересные мысли, и вообще мы восхищаемся, то, что мы считаем, что вот благодаря вам, деятелям кинематографа, Медведеву, Путину, Михалкову и вам, наш кинематограф самый лучший в мире. Мстительный. Вы восхитительный. Спасибо вам. Поздравляем вас с праздником кинематографа. Спасибо. За ваши добрые слова. Спасибо. Там, особенно первые дни, я думаю, это просто полезно будет, да? Так. Людям, которые приезжают. Я так понимаю, что так как принцип отбора был в том, чтобы это были только премьерные фильмы, то...